Голяшка ноги лося – один из моих самых лакомых кусков. Я буду долго ее варить, пока мясо не отделится от кости. Блюдо будет очень вкусным. Как вы видели, в Норвегии большая популяция лосей и очень длинная береговая линия. Наша следующая охота пройдет на большом острове у побережья Норвегии, где живет крупная популяция лосей. На острове Викна, площадью больше 300 квадратных километров. Большая часть местности открытая, поэтому лосей хорошо видно. На Викне есть несколько способов охоты на лосей. Самый популярный — несколько охотников занимают стратегические места. Один загонщик или несколько с собаками идут по местности в попытке выгнать лося к ожидающим охотникам. Интересно видеть лосей так близко. Они были всего в 12 метрах от меня. Они могли учуять наш запах, когда мы шли. Если они выйдут оттуда, я выстрелю. Они идут.
Смотри на самца. Смотри на него, ему конец. Он убит. Большой самец убит. Большой самец убит. Огромный самец. Возможно, 15 отростков. Они бежали между деревьями. Вот он где. Обычно они бегут сюда. Вот где он лежит. Красавец. Да, конечно, красавец. Эйрик пытается гнать часть лосей в нашу сторону. Он только что выгнал лосиху с лосенком в 500 метрах от нас. Лосиха с лосенком могут бежать в эту сторону.
Да, успешно. Еще раз спасибо, Эйрик. Пожалуйста, и поздравляю. Ты и твоя собака выгнали их точно туда, куда мы надеялись. Лосенок-самец. Отличная работа. Здесь я хочу добыть только самца лося. Поэтому мы продолжим поиски самца. Поднимаемся на этот холм. Я вижу лося, лосиху и лосенка. Их может быть больше. Обалдеть! Сегодня у меня день рождения. Я шутил о том, что подстрелю лося в свой день рождения. И я его подстрелил.
Надеюсь, вам понравилось наблюдать за охотой на лосей у побережья Норвегии. До новых встреч!